Значит, говорите, вас покусала собака. Да, огромный страшный пес. Страшный огромный пес. Понимаю. Собака. Огромная. Страшная. Одну секундочку. Андрюша, это я, привет. У меня к тебе вопрос. Ну что значит опять? Ну ладно, ты же знаешь, у меня еще в институте с памятью плохо было. Ну, короче, пришел ко мне больной, его собака укусила. Что делать, я не помню. Прививка? Срочно прививка, да. Я понял, что тут не понять? Все, понял, да. Все, я понял. Прививка. Срочно. Андрюша, это я опять. А что такое прививка? Ага. Ну все. Все. Будем делать вам прививку в живот. Ложитесь на койку. Доктор. Да. У меня вот только один вопрос. Угу. А как вот действует прививка? А, очень просто. В организм вводится то же самое, только в таком, знаете, очень-очень ослабленном. Ослаблен. И у человека возникают защитные силы. То есть вы говорите, вас укусила большая собака. А. Ага. Ну что ж, замечательно. Так, Тёма. Тёма. Пас, 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 п